Сегодня уникальный, яркий, ясный, солнечный день. Но в отеле Интерконтиненталь почему-то облачно. А все потому, что сегодня здесь проходит конференция Profit Cloud Day. Сегодня были очень разноплановые доклады. От представителей Акимата, заканчивая образованием, атомной промышленностью и просто вендорами, которые продают железо. Профиту удалось собрать всех активистов облачного рынка, основных ключевых игроков, которые очень смело и открыто делятся своими идеями, готовы обсуждать вопросы в открытой дискуссии. Ну, в первую очередь, конечно, живое общение с теми пользователями наших систем, с интересными проектами, которые подходили. Все немного устали от онлайн-мероприятий, хотелось живого общения. То есть просто сидишь в аудитории и чувствуешь экспертизу, которая исходит как со сцены, так и из аудитории. Это очень приятно. В первую очередь наши ожидания от этой конференции были в том, чтобы себя показать, да, там, на людей посмотреть, ну, то есть там показать свои возможности, ну, и поговорить с нашими там потенциальными клиентами. Огромное количество людей, которые представляют совершенно различные секторы, различные области, IT, обучение, банков, инфраструктуры и всего-всего, то, что так или иначе представляет вот эту вот IT-инфраструктуру или IT-сообщество Казахстана. Все вендора выставили свои стенды, можно было пощупать, задать интересующий вопрос именно по специфике отрасли, по облакам, как сервис можно получить. Конференция прошла на высшем уровне. Организаторам огромное спасибо за это. Сама идея по управлению облачными решениями, она на самом деле очень прикладная. То есть логика применения облачных платформ по конкретным продуктам, она требует прям серьезного вовлечения. И очень хорошо то, что вот создается такое мероприятие, на котором есть возможность и компаниям, и государственному сектору, и квазигосударственному сектору рассказать о том, как вообще происходят изменения и как конкретные компании на каком опыте, через какие проблемы переходят для того, чтобы выйти на облачное решение. Вообще конференция просто великолепная, да, то есть начиная от организации, от того, насколько с одной стороны компактно, с другой стороны как бы очень доступно, да, то есть мы все ходим в одном месте, все друг друга видим. Прекрасный зал, прекрасная публика. Мне точно запомнится, насколько открытые здесь бывают вопросы, насколько открыты здесь бывают люди и как, ну, достаточно там иногда откровенно проходят разговоры. Для меня показалась самая интересная тема – это тема цифровизации Акимата, сбора данных. Я, честно сказать, впервые на такой конференции и видел выступающего впервые, но я был так тронут и удивлен огромным объемом работы, который был проделан. Самым интересным вопросом или проблемой, то есть это развитие дата-центров в Казахстане. То есть я постоянно за этим слежу, и поэтому приятно слышать на конференции такого уровня вопросы о дата-центрах. С моей точки зрения, наиболее острый вопрос – это как раз вопрос цифровизации Акимата, базы данных. Очень интересно, злободневно. Самые животрепещущие вопросы – это, естественно, поставки компонентов. Задержки с поставками, кризис полупроводников в мире. И, естественно, это был самый частый задаваемый вопрос. Один из наиболее интересующих сейчас вопросов – это вопрос облачной безопасности. Он был освещен достаточно глубоко и профессионально. Вопрос управления данными, он всегда являлся специфическим. И на самом деле, получая обратную связь от участников данного процесса, всегда есть возможность правильно оптимизировать это направление. В мою сторону вопрос острый, конечно, касался гарантии. Да, острый он, ну, потому что сервисное обслуживание клиентов – это всегда, ну, там, одна из самых важных, самых больных точек для любого вендора. Да? Соблюдение законодательства при защите в облаках – это наиболее актуальный вопрос. Это, конечно же, вопрос сохранности данных и вопрос неизменности хранения данных в смешанных гибридных инфраструктурах, то есть когда мы сохраняем данные и на земле, и в облаке. Здесь было много интересных вопросов, но мне точно запомнится вопрос про соблюдение казахстанского законодательства. Облачные решения на уровне частных компаний, они как таковые существуют, но вот их уровень взаимодействия с государственными органами, он всегда сильно обходился.
Вот было бы хорошо, если бы в следующем этапе можно было бы уже более детально рассказать про конкретные кейсы и взаимодействие. Показывать свои данные, открывать свои успехи, делиться ими – это очень здорово, это очень позитивно влияет и на имидж компании, и на развитие рынка в целом. Эксперты задали достаточно много вопросов, и все они широко обсуждались, и все темы были затронуты. Хотелось бы больше таких конференций и больше участников. Сегодня была очень интересная панельная дискуссия. Были эксперты абсолютно из разных областей, которые поделились своим опытом, своими наблюдениями и видением будущего наших облачных систем в Казахстане. Интерес к облачным технологиям растет с каждым днем. И сегодня мы поставили, пожалуй, новый рекорд по количеству зарегистрированных участников. Это было почти 1000 человек. Я даже не могу выделить какой-то доклад отдельно. Доклады были настолько интересными, настолько разноплановыми, что определить лучшего практически невозможно. Просто посмотрите конференцию от начала и до конца и ощутите тот восторг, который испытал сегодня я. Не получилось прийти офлайн? Обязательно смотрите нашу трансляцию в записи. Тем более мы приготовили для вас небольшой сюрприз. Надолго не прощаемся. Впереди у нас много ярких событий. В том числе мы подготовили два новых мероприятия. Profit Construction Day про цифровую стройку и Profit Integrator Day, где казахстанские интеграторы расскажут о всех своих возможностях. Регистрируйтесь, регистрация открыта. Оставайтесь с нами.